Че, ребятки, сегодня нахожусь вот здесь, среди Иртыша. Как-то вот так. Время у нас 8:45. Поехали в 5. Короче, дело было так. Поймал ерша. И вот сейчас поймал вот этого вот ельца. И вот этого вот то ли карась, то ли лещ. Подлещик, да, подлещик. Вот так вот на якоре стою тут, блядь. Данная пауза. Капитальный заброс. 3 шпиннинга. Жду. Поклёвок охуенных. Со щукой мне сегодня как-то не повезло. Покидал блесенку. Да можно сказать, я так на отъебись покидал, блядь. Прыгала 2 раза щука большая. Килограммчика. Под 1.5. Сейчас посмотрим, что спиннинги покажут потом. Попробую на блесну. Хуярик. Сегодня у нас 6 августа. Клёвка. Ребятки, походу под язычек попался. Да. Под язычек. А, ребяточки. Здравый подъязок. Попался на червячка. Лежень был. На лежня не взял. Вот как-то так. Как-то так, ребятульки. Дай бог не последний. Ясь! Странная картина, ребята. Под лодкой леска, бля. Сейчас проверю, нахуй, что там. Вот так положу телефон. Просто крючки голые. Чё за пизда, я не знаю, его сюда привела. Но я поклёвку даже не слышал. Ладно, паузец. Вот, ребятки, отошел метров на 70 от берега. Сразу же на 2 спиннинга поклевка. Тук-тук-тук-тук. 2 подлещика, короче, есть. А тут у меня в садке один такой же подлещик. Язёчек такой небольшой. 2 ерша и елец. Ладно. Ждите дальнейших отчетов от Фишермана. Вот такой подлещик сейчас попался. Тут же рыбача, ребятки. Блядь, жрать хочу, пиздец. Надо было взять хоть с собой пожрать. А так только чай и конфеты. Ко мне подкрали. Все, ребятки, приехал вот сюда. Сейчас мне жена кушать принесет. Поймал, короче, вот такого подлещика сейчас. Одного окуня и чебачка.
Здорово, ё-моё! Сегодня утром я вырвалась на рыбалку. День начинался хмуро. Я думала, что я сегодня ничего не поймаю. Но тут я нашла кузнечика и личинку маленького жука. Я села в лодку и начала газовать. Газовала не от гороха, а газовала лумпели мотола. Сделала несколько забросов и выцепила лещя. А потом я поймала лещя. Ну что, ребятки, поймал второго такого же самого подъязочка. Только тот был примерно часов в 10 утра, а сейчас у нас уже часов 5. Ну, такой вот. Небольшой, но приятный. Как-то так. Поймал на личинку лежня. Вот, видите? Лежа. Нажимай на красный. Короче, метров на 30 ниже вот этого самого последнего прохода. После вот этих вот. И вон тот вон бакен, блядь. Рыбачить надо.